звено между Америкой и Россией. Зинаида Григорьевна Фольтик родилась в России в 1889 году 13 ноября. Еще в детстве родители увезли ее из России в Европу. Сначала она жила в Лейпциге, где училась в Лейпцигском университете, а потом в консерватории. Затем она переехала в Вену, где закончила Венскую высшую музыкальную школу. В 1914 году переехала в Америку. С 1920 по 1923 год работала ассистентом знаменитого пианиста и педагога Леопольда Годовского. Именно в его исполнении перед началом доклада прозвучал фрагмент ноктюрна «Фа-мажор» Шопена. С Николаем Рерихом Зинаида Григорьевна впервые встретилась в Нью-Йорке в декабре 1920 года, где в то время проходила первая выставка его картин. Рерих пригласил ее в тот же вечер к себе в отель, где он и его супруга Елена Ивановна приняли ее так, как будто они давно ее знали, и предложили сотрудничать с ними в их американских организациях. Зинаида Григорьевна без колебаний согласилась, и с того момента началась ее новая жизнь. В 1974 году Зинаида Григорьевна приехала в Москву на столетний юбилей Николая Рериха. Я также приехала в Москву на этот юбилей. О встрече с ней друзья рассказывали, что они пришли в аэропорт встречать очень пожилую женщину и помочь ей спуститься по трапу. Но, к их изумлению, из двери самолета выпорхнула моложавая подвижная женщина в пестрой кофточке и легко спустилась сама, прежде чем они успели подняться навстречу ей. В то время Зинаиде Григорьевне было 85 лет. Зинаиду Григорьевну поселили в элитной гостинице «Украина», которая принимала только иностранцев. Созвонившись с ней рано утром, я поехала с таким расчетом, чтобы побывать у нее до прихода переводчицы, в которой она совсем не нуждалась. По правилам, переводчицы были представлены ко всем приезжим иностранцам, независимо от того, говорили последние по-русски или нет. Переводчицы появлялись на своей работе к 9 часам утра. Зинаида Григорьевна приветствовала меня с большой сердечностью, поцеловала прямо в губы и сразу стала называть Наточкой. Во время ее пребывания в Москве мы с ней встречались неоднократно, как в гостинице, так и на выставках, где она бывала и выступала с рассказами о музее Николая Рериха в Нью-Йорке и своей деятельности там. В беседе со мной она так рассказывала о Елене Ивановне. Елена Ивановна была человеком исключительной сердечности, со стремлением все дать людям. Она предостерегала не говорить не по сознанию. Елена Ивановна отличалась большой ласковостью, но была суровой там, где нужно. Не признавала сентиментальности. Если она любила человека, то отдавала ему всю любовь своего сердца. Елена Ивановна знала о людях все, что нужно. Она говорила: «Не стремитесь узнавать ваше воплощение. Это совершенно не нужно». У нас имеется ряд писем Зинаиды Григорьевны, посланных Борису Николаевичу Абрамову в 1957 году. Там она пишет: «Много воспоминаний связано с днем 24 марта.
мы праздновали его впервые вместе с нашими родными, то есть с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерих, во время их пребывания здесь. Незабываемое время строительства новых планов и дел великого владыки для будущего. Оглядываясь назад, можно сказать, что многое за эти годы было сделано и конкретно вошло в жизнь. Были приносимы камни на постройку под руководством наших учителей, и многие здания были закончены. Но многое еще впереди, и наш долг продолжать начатое, ибо над нами щит. Не нужно спрашивать себя, успеем ли. Работа должна продолжаться без перерыва. Книги учения должны выходить и распространяться, где только возможно. А если ростки взойдут позже, урожай будет собран другими руками. Не нам печалиться об этом, ибо мы сеятели, и в этом есть наше задание и истинная радость. Да, работала вместе с моим мужем Дедлием Фоздиком в учении в полной согласованности, служа великому владыке, счастливая карма, и я каждодневно возношу благодарность за нее. Уже много лет, как мы с ним переводим на английский книги учения. Работаем мы упорно и долго, проводя часы над отдельными параграфами. Там, где нужно уловить тонкость и глубину мысли. На подготовку книги к печати уходит около года. Кроме того, мы ведем работу по музею, в котором находится постоянная выставка картин Николая Константиновича, и в галерее, где несколько раз в году идут выставки американских и иностранных художников. Но главная работа связана с обществом Агни-йоги, собраниями членов 2 раза в месяц, выпусков книг учения и большой корреспонденции. Мое здоровье улучшилось. Помощь нам посылается все время. В критические моменты всегда появляется облегчение в самый последний час. Много забот теперь на мне продолжать неуклонно деятельность общества, укрепляя его и направляя наших сотрудников и членов на нерушимый путь в будущее. В письме от 1974 года, еще до нашей встречи в Москве, Зинаида Григорьевна писала ко мне: «Дорогой друг, ваша весточка нас очень обрадовала. С удовольствием делюсь с вами воспоминаниями о Николае Константиновиче и Елене Ивановне во время их экспедиции по сердцу Азии. Они оба очень любили Скрябина, поэму «Огня» и поэму «Экстаза», Римского-Корсакова «Снегурочку», «Сказание о граде Китеже» Садко, Стравинского «Весну священную», Мусоргского «Борис Годунов», Вагнера «Тристана и Изольду», Лоенгрин и «Парсифаль», особенно последнюю оперу. Все эти пластинки путешествовали с ними вместе, и вечерами на стоянках экспедиции неслись звуки любимой ими музыки. Когда я путешествовала с ними, я наслаждалась этой музыкой вместе со всеми. Елена Ивановна была в молодости прекрасной пианисткой, много играла и особенно любила Шумана. Ваши мысли о родине и ее огромном духовном росте я вполне разделяю с вами.
Ваша современная литература и научные изыскания меня глубоко интересуют, и я слежу за ними. Хочется приложить все силы для служения братству народов. Очень надеюсь, что нам удастся встретиться с вами в недалеком будущем на родине. Будем цементировать пространство этими мыслями. Сердцем с вами, Зинаида Григорьевна Фостик. Сейчас мы познакомим вас с отрывками из писем Зинаиды Григорьевны ко мне, написанных, начиная с 1974 по 1982 год. Пришел от вас комплект чудных видов по горному Алтаю. Мы восхищались красотой Алтая, который напомнил мне ту незабвенную пору много лет тому назад, когда я была с Рерихами там. Спасибо за эту памятку. Открытки, присланные вами, передают эту чудесную, величавую природу. Недаром Николай Константинович так полюбил Алтай и мечтал вернуться туда. И я мечтаю о том, чтобы мне как-то удалось в будущем вновь побывать там. Не знаю, как и сказать вам, насколько я была тронута вашим сердечным письмом от 17 декабря 1974 года. Ведь только совсем недавно мы сидели с вами и беседовали в Москве в гостинице «Украина». Много прекрасного я узнала от вас об огромных достижениях духа и культуры на родине. Благодаря вам познакомилась с сибирской молодежью, их устремленным патриотизмом, их любовью к Николаю Рериху и жаждой жить его заветами труда, знания и общего блага. Все это звучит в моем сердце еще ярче, чем прежде, ибо я считаю себя счастливейшей из смертных, получив возможность принимать участие в праздновании столетия Николая Константиновича Рериха на родине. А теперь я хочу опять напомнить вам о необходимости беречь здоровье всем работающим для блага Родины, для накопления нужного знания, для участия в красоте всего живущего. Всем указано беречь здоровье. Еще так много нужно сделать, и мы, живущие на родине или вдали от нее, должны накоплять силы. Будущее прекрасно. Россия укажет путь, как и в прошлом, самопожертвования и истинных побед. Как замечательно, что чествование искусства и жизни Николая Константиновича все еще продолжается, и мы здесь получаем материалы со всех сторон. Мы радуемся вашей широкой деятельности и очень ценим ее. Ведь так важно, чтобы именно молодежь ценила и знала о великом русском художнике. Люблю ваши чудесные стихи на Кор Арденс. Они именно отвечают пламенному сердцу. Кор Арденс. Пылающее сердце. По картине Николая Рериха. Ладья плывет. Ты ждешь в оконной нише. Ладья плывет. Взлетает всплеск весла. Тебя любовь, дарованная свыше, на всех путях хранила и вела. Ты победишь, и время, и пространство ты одолеешь. Сердцу нет преград. Ладья плывет, венчая постоянство, завяз с собой в заветный светлый град. Пылает сердце, жданное, нежданно плывет ладья. Ты стражем на посту. Любовь не спит, отрада и охрана, и крылья подвига в тиши растут.
знамя мира явится спасительным знаменем, преддверием нового мира. Музей наш настолько вырос и стал известным, что запросы и просьбы о материалах идут не переставая. Конечно, материалы Николая Константиновича требуются все время. Радостно при мысли о мировой славе нашего великого учителя. Мы, зная многое предуказанное, ведем нашу работу, подчеркивая заветы, оставленные нам Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем. Радуемся приближению серьезно мыслящей молодежи, писателей, ученых. Верю нерушимо в светлое будущее Родины. Работы много, музей очень вырос, и желание узнавать о Николае Константиновиче как о великом художнике, мыслителе и борце за мир и культуру растет ежедневно. Все это радостно, но требует усилий. Желательны новые молодые силы. Они появляются. Работаем для будущего. Теперь вы услышите голос самой Зинаиды Григорьевны из ее звукового письма ко мне. Николай всем говорил, что Алтай – это жемчужина Сибири, а будущее всех народов связано с Россией. И еще одну вещь он сказал – Россия поведет все народы. И этим мы живем в Америке и стремимся к будущему. Судьба определила нам быть сей. И это очень важно, потому что наш музей – это звено. Именно звено культурное между Советским Союзом и между Америкой. Культурный, я повторяю, нарочно культурный. Потому что это единственная связь, которую мы можем проводить на почве культуры. Когда Николай Аксинч сюда прибыл, он хотел ознакомить Америку с русской культурой. И он это делал очень широко. Были его замечательные его картины, которые были тогда показаны, которые именно указывали на величие старой Руси и на возможности новой Руси. Это он давал нам в своих выставках. И потом он писал очень много. Вот у нас есть целый ряд превосходных английских книг, в которых он писал, что есть Россия, значение России для будущего. А говорил он, конечно, даже больше, чем он писал. Поэтому это так радостно это видеть. И я бы сказала, да я это говорю всем тем, с которыми я встречаюсь, когда я возвращаюсь на родину. Я всегда говорю, поощряйте вашу молодежь приезжать в Америку и говорить о культуре русской. Не только приезжать и посмотреть, ну вот вы были в Луизиане, повсюду все очень приятно и красиво. Но и говорить о русской культуре – это необходимо. Николай Аксинч только то и делал. А теперь я так счастлива, что у вас на родине все время пишутся книги, посвящается ему поэмы, посвящается ему замечательные статьи. Это же величайшая радость. Этого и хотел Рерих и Елена Ивановна. Они оба к этому стремились. Чтобы русская культура прочно была известна здесь, чтобы ее полюбили, чтобы ее оценили. Об этом надо нам думать. Но это меня очень радует подумать. А под конец приведем слова Елены Ивановны Рерих о Зинаиде Григорьевне. «Не имеем в Америке более верных, доверенных, близких, нежели моя Зиночка и Дедли. Знаю, как моя Зиночка заслуживает доверия, ибо явила самоотверженность большую. Родной мой верный страж, спасибо. Ценю очень бдительность и бережность ко всему, что касается до великого владыки.
великий владыка велел мне передать. Не только ценю бдительность и бережность их, но признателен за уявление бескорыстного служения их. Дорога мне красота такого самоотвержения. Мой луч и щит над ними. Великий владыка уявляет свою похвалу мужеству Зиночки. Похвали ее за мужество проявляемое. Скажи Зине похвалу за ее новую сдержанность людьми трудными и людьми негодными. Зина, моя самая преданная сотрудница в Америке. Ярая сотрудница Зина мне нужна. И потому проживет столько, сколько нужно. Ибо Ярая освобождена мною от земного притяжения. Ярая не будет иметь тут длительного и мучительного конца. Далее Елена Ивановна пишет. Родная, а явитесь сотрудницей великому владыке и примите его лучший дар. При очищении и утончении страстного тела ярая смерть уявляется много легче. Но ярая Зина должна прожить еще не менее 20 лет, но, может, и дольше. Ярые обстоятельства укажут лучший срок. Родные, жизнь наша в руке владыки. Он ведает, когда следует пресечь нить, привязывающую нас к земле. Потому спокойно продолжайте вашу работу и явите полное спокойствие. Но явите и некоторый покой телу, когда оно проходит через некоторое переустройство. Моя родная Радночка, так называла Елена Ивановна Зинаиду Григорьевну. Сердце мое говорит сердцу твоему. Страж верный должен следить, чтобы имя учителя и земного гуру охранялось от поношения, чтобы никто не злоупотреблял словами учителя и земного гуру. Страж верный охраняет облики учителя и земного гуру, ибо эти понятия, как священные, утверждены в цепи иерархии. Радночка, часто долетает до меня призыв. Чую, что нелегко, но тем больше победа. Сердце мое часто говорит и зовет, ведь работа великая впереди. Облегчим ее и украсим применением учения в жизнь. Ведь знаю всю стойкость, всю преданность духа. Но все может быть утончено, и в этом вся радость нашего бытия. Радночка должна знать, что ее образ всегда близок мне, и сердце всегда готово понять. Лень и желание уклониться от чрезмерного напряжения в труде по природе чужды ей, и это большое достижение. Закончим словами Зинаиды Григорьевны ко мне. «Живем для будущего».